тебе результат по здоровью? 5 лет назад у меня был инсульт. Вот, и у меня была парализована левая сторона тела, она совсем не работала. Одним из результатов стало то, что я восстановил свое здоровье. У меня уже в течение многих лет, и отчасти это наследственное, у меня артрозы коленных и тазобедренных суставов. Вот. И в этой ситуации мне все врачи говорили, запрещена ударная нагрузка, ходить можно, бегать нельзя. Вот. Но постепенно, да, тренируюсь, я сейчас уже добился результата, я пробегаю 20 километров. За раз? За раз, да, причем не с очень плохим временем, и я сравниваю свои результаты с многими молодыми людьми, молодыми для меня, которые меня младше на 20-30 лет, и, ну, условно говоря, я их на дистанции оставляю. За 60 лет артроз, инсульт был, и сейчас 20 километров. Ну, и это подтверждено не просто моими субъективными ощущениями, да, что касается суставов, то есть рентген. И на последнем, вот таком последнем, не сказали, у вас артроза больше нет, это первое. А что касается инсульта, то одной из причин у меня явилась плохая проходимость артерий, которые идут к головному мозгу. У меня же прямо волосы встают. Сейчас у меня тоже было УЗИ, совершенно недавно такое свежее, и мне сказали, что у меня эти сосуды совершенно чистые. Супер. А какой продукт используешь? В основном какой базовый продукт какие-то любишь? Ну, конечно, питьевые гели алоэ, и они обязательно не будут эффективны, если их использовать совместно с пробалансом. И плюс, то, что очень хорошо работает для сосудов, это омега-3. Вот та самая. Это вот база. Добавка, да, которую там кто-то путает с сырным жиром, да, это не синонимы. Вот, и которая у нас является действительно, на мой взгляд, самой лучшей по качеству, из того, что представляется на рынке сегодня, да? Да, то, что есть на рынке России, и отечественного производства, и импортного тоже.